И нажимаем. И... Привет, друзья! Продолжаем трогать демки на фестивале демоверсии игр в Steam. И сегодня попробуем Viewfinder. Это головоломка, но в стиле The Witness, наверное. Или ей подобных. А здесь... Даже можно, наверное, здесь параллель провести с Superliminal. Вот. Я в нее не играл, но я представляю, что она из себя представляет. А, можно посидеть. А, фишка в том, что мы будем делать фотки окружающей среды и как-то их применять, накладывать на действительность. И входить в эти фотки мы сможем. В общем, должно быть интересно. Давайте посмотрим. Что это за место? Okay? Да, я в порядке. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. Да, падение. А, вот так можно делать. Падение не дамажит. Нас так этому научили. Так, ну ладно, мы можем откатываться во времени. И, видимо, нам нужно найти мост, который не развалится. Что это за фотка? Можем держать, чтобы нацелиться. И нажимаем. И... Воу. Теперь мы можем войти в эту фотку. Да. Телепорт. Glad you made it in one piece. Класс. Телепортер needs to be powered. Ага, нам нужно запитать его как-то. Ну, очевидно. А. Батарейка подсвечивает что-то. Ну, он так не запитан. Может быть, нужно побольше этих батареек. А, ну вот, еще одна. Там, кстати, фоточка есть. Мы... Ага. Да, еще одна батарейка нужна. И она стопудово в этой фотке, да? Здесь так тихо. Мы в какой-то момент сможем делать самостоятельно фотки. Бомс. Жух. Я не представляю, как это можно запрограммировать. Это просто вау, конечно. Это я могу в любое место эту фотку разместить просто. Просто-просто. Хотя интересно, что будет, если я наложу это на телепорт. Но, наверное, ничего особо не будет. Ага, батарейка остается черно-белой. А, ну да, вот здесь показано, сколько нужно. Хорошо, погнали дальше. Жух. Переходы классные. Так. Фотку сразу возьмем. Ага, можем вращать эту фотку. Ха, интересно. Если я ее заваленной поставлю. И вниз. Ха-ха. Прикол. Так, возможно, это была не самая лучшая идея. Так, давайте нормально поставим теперь фотку. Оп. Nice one. Так, батарейка. Hey, there we go. Да, заметка на будущее, больше так не делать. Телепорт должен быть вертикален. А вот с этим есть небольшая проблемка. Так, а я могу откатиться. Ага, ну, видимо, для этого и нужно это откатывание. Ага, окей. Ставим нормально. Не прикалываемся. Оп. Отлично. И оп.
Хорошо. Ну теперь-то ты вертикальный. Отлично. Хотя, казалось бы, зачем ему быть вертикальным? Прикольная подушка. Так, ну тут нам нужен явно мост. А вот и мост, который мы можем вот так вот разместить. F. Ага, а это я типа к мосту ее приравниваю. Опа. Класс. Класс. Блин, я подозреваю, что здесь, конечно, миллион разных способов может быть решение загадки. Так, давайте сделаем проход гигантским. Оп. Так, погодите. Это не то, что я ожидал. Но мне показалось, что мы все-таки сможем запрыгнуть, но походу нет. Да, как-то тут мешает невидимая стена, но ладно. Не зря тут перемотка. Можно было бы ее... А, дабл-тап? Ага, понял. Там можно дабл-тап нажать, чтобы до маркера ревайнуться. Хорошо. Солнечные панели. Так, там телепорт. Surface to climb up. А здесь есть... А, вот. Можно так сделать, наверное. Оба. Погнали дальше. Сидеть мы не будем, наверное. Так. Угу. Это что-то с мольбертом. Ну давайте вот в эту сторону поставим. F to align. Типа align это чтобы перспектива у нас была на фотке такая же, как в реальности. Ага, телепорт был уничтожен. Окей. Вот что случается. А, еще одна такая же фотка. Окей. Давайте в том же духе продолжим. Я так понимаю, они все одинаковые, эти фотки. Опа. Опа. Ну все. Супер. Кайфушки. Прям кайфовая головоломочка. Ну, отдает супер лиминальщиной, так скажем. Но там больше заигрываний с размером было, а здесь... Здесь все-таки на фотках основной замес. Так, и что? Мне внутрь? Высота? Можно по картинам гулять. Кайф. Будто в сказке. О. No. Are you... I found it. Now this was a funny one. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Mm-hmm. Wink. А ты еще и объемный. Войти в тебя можно?
Ну, возможно, через дверь. Да. Класс. Я оказался в какой-то древней игре. Так, ну тут что-то есть. Прикольный акцент. Такая четкая фотка посреди этого всего. Телепорт. Skipping content not included in demo. Понял. Look through viewfinder. А, вот. Типа в полной игре там еще что-то будет, но нас тут скипнули прямо... прямо... к самому интересному. Теперь мы можем себе сделать мостик. Хоба. Фоткать и поставить ту же самую фотку. Вот это, конечно, это еще более крышесносно, чем то, что было до этого. То есть тут я уже могу как угодно фоткать, он как-то это фоткает в 3D, запоминает. В общем, это кайф. Конечно, это уже намного сложнее, чем головоломки с просто фотками готовыми. Так, собственно, как это будет выглядеть-то? А, ну, нормально. Так, мы это можем поднять. А, ну, кстати, и мы можем так надюпать эти... батарейки, получается. Правильно? Только куда нам их надо? Куда-то наверх. Тут, конечно, простор для креатива огроменный. А, телепорт тут. Ну, я думаю, мы можем сделать дырку в этом заборе. Просто сфоткав какой-нибудь пейзаж. И типа вот так сделать. Да. Ага. Кайф. Ну, это просто бриллиант. Это совершенно точно. Я думаю, в нее так же, как в The Witness, будут играть очень массово всякие ютуберы. Так, ну, нафармим просто себе эту батарейку. Давайте так ее поставим. А, блин, она туда упала. А. Надо наоборот ее вот так ставить. Опа. Чтобы она падала прямо на нас. Гений. Гений на фотографе. Бумс. Супер. Ага. Thank you for playing the demo. Это было быстро. Но кайфово. Это абсолютно точно must have. Абсолютно точно я это буду брать. И вам советую. Ну а вы пишите, что вы думаете про Viewfinder. Не забывайте, что у нас есть Discord, в который можно подключаться, общаться, следить за бесплатными раздачами игр, кидать мемы, смотреть на мемы и не только. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и Donation Alerts во время стримов. И как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого.